Теперь нам нужно подредактировать поля при оформлении заказа. То есть те поля, которые клиент будет заполнять при оформлении заказа. Для этого мы установили специальный плагин Safari. У вас есть вкладка WooCommerce, уже знакомая вам. И вот есть подвкладка Safari. Переходим в раздел управления полями. Поля разбиты на две области, верхняя и нижняя. Нижняя область отвечает за поля, которые необходимы для корректного оформления именно доставки. А верхние поля – это те поля, которые информация из которых придет вам в письме. Смотрите, тут очень много лишних полей. Фамилия не нужна. Вот справа возле каждого поля есть кнопка «Удалить» для удаления поля. Фамилию удаляем, название компании удаляем, страну лучше оставить, адрес лучше оставить, дополнительные сведения удаляем, населенный пункт лучше оставить, область лучше оставить, почтовый индекс лучше оставить, телефон, e-mail лучше отставить. Теперь нужно их поперемещать. Перемещать очень просто. Надо под них навести курсор мыши и перенести. Например, населенный пункт мы переносим под страну, адрес, область над населенным пунктом, почтовый индекс над населенным пунктом, но после области, адрес, телефон, e-mail. Все верно. Теперь нижняя часть. Давайте также удаляем фамилию, название компании, стран, дополнительные сведения. Все. Тут меньше полей. Я сейчас расскажу почему. Имя, страна, населенный пункт, индекс над населенным пунктом, область над... Тоже над населенным пунктом, да, получается? Да, все верно. В чем фишка? Дело в том, что каждый вот из этих пунктов из нижней части обязательно должен быть в верхней части. Все дело в том, что нижняя часть – это те поля вы оставляете, которые обязательны для корректной установки адреса доставки. Если какого-то пункта из этих полей не будет в верхней части, то это значит, что этого пункта не будет и в форме заказа, в форме оформления заказа. А значит, это поле не будет заполнено, WooCommerce будет выдавать ошибку, а клиент не поймет, в чем же проблема, разозлится и уйдет, и вы потеряете клиентов. И вы потеряете клиента, поэтому обязательно каждая из этих полей с нижней части должна быть в верхней части. Но не обязательно, что каждое поле из верхней части должна быть в нижней части. Вот это нижняя часть этих полей, на них обратите особое внимание. Если вы что-то не то удалили, то все можно вернуть. Вот кнопка «Восстановить поля по умолчанию». Но так как мы все верно сделали, поэтому в левом нижнем углу есть кнопка «Сохранить», кликаем по «Сохранить». Да, вы можете убрать и страну, и область, но бывают такие ситуации, что на некоторых шаблонах WooCommerce будет выдавать ошибку, поэтому лучше оставьте. У нас же есть форма быстрого заказа за один клик в товарах, поэтому одно другому не мешает. По настройке полей формы оформления заказа это все.